Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала Свистного Зарбаба, и сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием The Guys. Маска, обличие, личина, как-то так. Это мрачная сказка в жанре метроидвании, где мы с вами будем играть за Огдена, мальчика-сироту, с которым любопытство сыграло злую шутку. Ослушавшись хозяйку приюта и проникнув в запретную комнату, он не смог устоять перед соблазмом и примерил на себя заколдованную маску, превратившую его в монстра. Игра полностью на русском языке, вышла она 20 октября. У нас с вами будет такой на нее с вами, ребята, первый взгляд. Кому игра понравится, то ссылочка будет на игру в описании под видео в Стиме. Но мы начинаем, поехали. Не забывайте, ребята, ставить свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых серий. Но мы начинаем, всем приятного просмотра. Поехали, начать. Новая игра. Много тысяч лет назад бог-прародитель исчез, оставив после себя 12 детей, хранителей невиданной магической силы. Каждому из них прародитель предназначил особый дар, поделив между ними и мир, и заботы о его обитателях. Первые столетия после исчезновения бога, его дети жили в согласии и оберегали веренные им части света. Но постепенно, ссора за ссорой, между ними зародилась неумолимая вражда, и души их все глубже погружались во тьму. Забыв о родстве и предназначении, дети бога, прародителя, разрушали созданный им мир, поскольку не могли нанести вред себе подобным. Подкупами и угрозами они находили себе последователей, строили заговоры, использовали учения и вероисповедания, чтобы уничтожить друг друга. Даже стремления тех немногих, кто все еще проявлял заботу о смертных, не могли остановить неминуемого. Свет в них угасал, как угасал и созданный прародителем мир. Эта история началась в одном сиротском приюте, где от тьмы внешнего мира укрывались неокрепшие души детей. Мне нужно ненадолго уйти. Это Мэлори. Я так полагаю, это у нас в уме и есть хозяйка приюта. Ведите себя хорошо, дети. Конечно. Нашла кому сказать. Эй, Гейл! Огден, как раз наш персонаж. Чего тебе? Смотри, дверь приоткрыта. Мэлори забыла запереть дверь своей комнаты. Это же наш шанс посмотреть, что внутри, Руди. Давайте быстро заглянем. Добро пожаловать в логово самой леди Мэлори. Место, куда нет входа простым смертным. Довольно жуткое местечко. Как и сама Мэлори. Теперь понятно, почему она никогда не пускает нас сюда. Как вы думаете, что это? Ну-ка, надень. Точно, сейчас примерю. Примерил. Хорошая масочка такая. Что за ерунда? Огден, подожди! О, Гейл, что же нам теперь делать? Я пойду поищу его, а ты дождись Мэлори. Только уйди из этой проклятой комнаты. Несколько часов спустя. Мы уже играем? Да, мы уже играем. Где я? Все тело болит. Что со мной случилось? А, Д передвижение. А можно на геймпаде поиграть-то, нет? Почему нельзя на геймпаде поиграть? Жалко. Я бы поиграл бы лучше на геймпаде. Но нет, так нет. Видать, не поддерживает.
геймпад. Хотя написано, что контроллер полностью. Это какое-то тело. Тело плывет. Подожди. Почему нельзя-то? Ну-ка, сейчас я в настройки загляну. Не, не получается. Ну и хорошо. Нет, так нет. Давайте на клавиатуре тогда. Жалко, жалко. Ого! И что мне делать? Офигеть! Мэлори? Я понимаю, что вы просто любопытные дети, но... Я же запретила вам входить в мою комнату! Только посмотри, кем ты стал, глупый мальчишка. Ладно, сейчас поздно ругаться. Давай помогу тебе. Так, лучше? Теперь попробуй сам. Поглощение. Получено новое умение. Собирайте жизненную энергию, убивая врагов. Угу. Нажмите на указанную клавишу, чтобы вылечить себя. L. Хорошо. Используй свою новую способность, мальчик. Ну давай, давай. L так L. Хорошо. Возвращайся в приют и найди меня. Я подумаю, как все исправить. Задание обновлено. А его как-то можно смотреть? Так, у меня есть карта. Воющий лес. Задание, как перейти? А вот. Основное задание — стать человеком. Вернитесь в детский приют и поговорите с Мэлори. Есть еще и побочные задания. Фамильяры, амулеты, способности, поглощение. Карта пока никакая не открыта. Атака, комбо. Пипец, как оно близко находится. Просто офигеть. Так, ну и где я? Ой. По-моему, все плохо, надо бежать. Воющий лес. Отдохнуть и сохранить игру. Ну, давай. Ну, допустим, сохранил. Карта, можно посмотреть? Угу, я сейчас здесь нахожусь. Прыжок. Так. Но это не жизненная энергия, это что-то другое. Так, это что-то другое падает. Ну ладно, пошли дальше. Присесть и спрыгнуть. Хорошо. А это как-то бьется? В воду не входить, опасно для жизни. А, спасибо. Запомнили. Вода нам вредит. Ох ты, блин! Засранец. Так, я могу себя лечить? А, понятно. Полечил, хорошо. А, можно и на пробел прыгать. Как-то привычнее прыгать на пробел. Ну, отлично. Так, одна из десяти, кстати.
Хорошо. Еще хорошо. А, здорово. Еще замечательно. Так, можно попасть наверх. Угу. Что это такое, непонятно. Может быть, типа, за эти вещи потом можно как-то прокачиваться? Ага, сейчас. Размечтался, товарищ. Так, у меня есть 10, кстати. Уже можно будет лечиться, но мне пока в этом нет необходимости. Мы с вами здоровы. Что-то как-то мы далеко до приюта-то бежим. Очень далеко. Так, лечись. Серьезно, сразу десятка, все тратится. Как-то не очень удобно, если честно. Ох ты! Подожди, туда как-то можно попасть. Блин, иногда прыгает на даблинг, да, не прыгает, что-то как-то странно. Ой, это на пробел. Но там что-то есть. Странно. Ну ладно. Но я пока, наверное, не буду лечиться, посмотрю. Пока хорошо. Пока хорошо. Ух ты, какой хобот у тебя это, дружище. Что-то как-то мы долго до приюта идем. Очень долго, да? Так, подожди, я как-то туда запрыгнуть? Да блин, ну прыгни ты, пожалуйста. Тут какой-то нужен двойной прыжок. А, вон, понятно. Сдох, отлично. Хорошо. Надо только понять, что вот это такое. Может, какие-то деньги, опять-таки. Что-то будем покупать. Пока не ясно. Будем разбираться. Но пока лечение тратить не будем. Что-то как-то слишком жирно. Хотя, может быть, надо тратить, чтобы копилось, опять-таки. Правильно? Ладно, давай потрачу. Тап, карта, способность. Так у меня как бы нет способности это больше. Это мы, в принципе, все знаем. Крыса с зубами. Сдохни. Сдохни, крысеныш. Ну, бей. Отлично. Погодка прям отвратительная. Не для прогулок. Но мир, почти так понял, уничтожен. Замечательно. Пока все как-то легко идет. Ох ты, попал. Ох ты, попал два раза. Ладно, хорошо, лечись. А нельзя лечиться, что ли? Серьезно? Я тебя сейчас зубами-то покусаю своими. Тварь. Да ладно, серьезно, 3 жизни потратил. Ну ты издеваешься, что ли, блин? Ну что такое-то? Нормально же все было. Так, не хватает. Ой, нет, туда я прыгать не буду. Так, лечись. В воду не прыгаем, в воду не прыгаем.
Здорово. Поговорить. Стой, или я убью тебя, уродливое чудовище. Давай, нападай. Отведай силы Мейнарда Несокрушимого. Постой, ты не собираешься на меня нападать? Ох, слава богу. Честно говоря, я и сам не хочу драться. Знаешь, зверек, у меня тут проблема. Ребята в приюте говорят, что я слишком мал, чтобы быть могучим воином. А я хочу доказать им, что я уже взрослый. Для этого мне нужен особый трофей. Например, часть какого-нибудь монстра. Вот только чудовища в этом лесу ужасно страшные. Я до жути боюсь их. Помоги мне заполучить часть какого-нибудь чудища, прошу. А взамен я кое-чем поделюсь с тобой. Так, ну это получается просто... дополнительный квест какой-то, да? Ты не ломаешься? Класс. Так, сохраниться. Сохранение было давно. Так, ну давай, возвращайся. Так, ну у меня... О! Это полное лечение? Нифига себе, класс. Тогда хорошо. Подожди, а как тогда я к нему, получается, вернусь обратно-то? Телепортироваться? Западное кладбище. Воющий лес, западное кладбище. Ага. Хорошо. Босс? Дай мне чудовище Старого Света. Ой-ой-ой. Офигеть. Ой, ёптыть. Ты издеваешься? Да я-то задолбаюсь его тут бить. Ну ладно, хорошо. Это очень долгий процесс. Ну, в принципе, он несложный. Я думал, просто прыжком нельзя будет уйти от атаки, но прыжком можно, получается, уйти от атаки. Это, да, получается, я получу как раз какой-нибудь трофей. Да? Ой-ой-ой-ой. Да ёптыть. Ну, класс, там осталось чуть-чуть. Серьезно, ты издеваешься, игра? Так нечестно. Ладно, поехали. Он несложный. Он реально несложный. Фигня просто. Босс фигня. Просто вот этот вот странный момент, когда начинает присасывать, что-то происходит. Давай, 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 бей. Вот это вот постоянно уходит, блин, камера, и все плохо. Немножко начинаешь теряться. На тебе, тварь. Да блин. На, получай. Да я же говорю, несложно абсолютно. Сейчас на изичих его грохнем. На, давай, держи. Ох, он злится. Вот это я не попадаю уже, получается. Все. Фух, победа. Кислотный плевок. Получено новое умение. А... 1С2? Что? 3Л? Чё, блин? Количество здоровья увеличено, это хорошо. Так, не понял. А-а-а.
понял. Это как-нибудь раз этот ломает кристаллы? Блин, это не ломает кристаллы, попасть не могу обратно. Плохо. Плохо. Телепорт мне пока не нужен. Но я пока, наверное, буду просто драться. О, отлично, сохранение. Хорошо. Все восполняем. Кислота, в принципе, тоже, по идее, да? Должна восполниться. Да, отлично. Открыть. А если я не хочу открывать? Итак, ты нашел свой первый амулет. Как жаль. Ты даже не можешь надеть его. Позволь мне помочь тебе. Какой я амулет нашел? Дай знать, если тебе вновь потребуется моя помощь. Чего? Получен новый амулет, разносчик заразы. Че? Какой еще зараза? Никакой заразы не хочу разносить. Разносчик заразы. Кислотные плевки наносят двойной урон. А, вон ну что. Окей, хорошо. Хорошо. Так, открыть пока не хочу. А, это уже переход. Хорошо, туда пошли открывать. Заперто с другой стороны. Класс, открыли. Открыли, ну пойдем. Ну пойдем. О, я так чувствую, это нам пригодится, да? Да, он взрывается. Он конкретно взрывается. А за счет чего я восстанавливаю обратно кислоту? Ага. Так, понятно. Ну тут, наверное, лучше драться. Ох ты, ё-моё. Да, с такими непонятными червяками лучше драться. Хорош. Ой-ой-ой, больно-то как. Да ты издеваешься. Офигеть, он просто пожирает тебя. Блин, тут тогда лучше плевками, блин. Серьезно. Пусть не хоть и тратятся, но, блин, это пипец какой-то. Это невозможно с ним драться как-то никак вообще. Да на, я уже нажал, что ты не переходишь-то, игра. Не расстраивай меня. Так, это сейчас то же самое, что сейчас будет. О, отлично. Ладно, что-то мы с вами читали. Как вот только к ней обращаться, вот в чем вопрос. Ладно, пойдем. Пойдем. Значит, так. Сюда плевок. Сюда плевок. Сюда плевок. Отлично. Так, ну да, все. Я решил плевать в них. В этих тварей. Тем более, вроде как получается, что не тратится на них кислота. А так хотя бы бить их безопаснее будет, блин. Сдохни. Где там еще одна? Отлично. Восполнилось. Я не понимаю, как это восполняется, серьезно. За счет чего? Интересно, как мне получается к пацану-то вернуться? Я же должен как-то монстра убить. Но трофея у меня никакого нет. Опять-таки. Не понимаю, как эта система работает. О, ё-моё. А, ладно, нормально. Ой, ты, зараза. Сдохни.
Ну тут хотя бы безопасно. Не, ну кислотой плеваться прям самое то. Слушай, на расстоянии убиваешь и все. Шикарно. Главное только не забыть про обычную атаку. Но мне кажется, кислота помогает просто бить сразу на раз. Огден. Я бросилась в лес искать тебя, но там полно жутких чудовищ. Поэтому решила дождаться тебя здесь. Сейчас нам лучше как можно скорее вернуться в приют. Иди за мной, я знаю обратную дорогу. Так ты, может, меня подождешь? Я, говорит, знаю обратную дорогу, а сама куда-то убежала. Молодец. А я что, не знаю обратной дороги? Гуси-лебеди. Все, мы в приюте. Так, то что-то можно сделать, открыть. Закрыто. Здесь можно сохраниться, хорошо. Привет, Огден. Буду называть теперь тебя лесным страшилой. Только не волнуйся, мы все равно останемся друзьями. А выйти можно сделать, хорошо. Добро пожаловать. Улучшить, кстати, да. Кислотный плевок. Следующий уровень позволяет сделать двойной плевок. Цена 800. Офигеть. Мать, да ты что, сдурела, что ли? У меня и так он надет. Поговорить. Рада видеть тебя целым и невредимым, Огден. К сожалению, я не смогу вернуть тебе прежний вид. Есть один шаман. Он живет в затопленной деревне, к востоку отсюда. Именно он создал эту проклятую маску и сможет тебе помочь. Найти его будет непросто, но это станет тебе уроком. Нет, я не злюсь на тебя, дитя. Я даже буду помогать тебе. Взамен ты должен будешь приносить мне глаза живых существ. Мне нужно очень много глаз, мальчик. У меня их много. Правда, пока не особо много, чтобы прям конкретно вот много. Чтобы что-то улучшать. Цена, блин, 800, офигеть. Мать, ты издеваешься, что ли? Нет, ничего там, застольник. Короче, вообще никак, да? Хорошо. О, а тут можно позбивать еще эти глаза. Слушай, ну класс. А че бы нет? Правда, все равно, конечно, не хватит. Но хоть что-то. Ну, прыгай, пожалуйста. Отлично. Неплохо, неплохо. Так, вернуться. А, это получается телепорт у нас, да? Да, это у нас телепортироваться можно. Комната Мэлори, западное кладбище. Западное кладбище нам не надо. Я пока даже не знаю, где брать трофей-то для пацана. Квестов у нас получается много, да? Так, кислотный блок, поглощение. Вот. А Мейнрад Несокрушимый вернется к Мейнраду. А, мне надо просто к нему вернуться, что ли? Серьезно? А я думал-то... Так, открыть не открывается, отдохнуть. Отдохнуть, сохраниться по-любому надо будет. Но давайте к этому воину вернемся, если, конечно, получится. Тут, наверное, лучше воспользоваться телепортом. Посмотрим, как эта система работает. Так, где он там? А, нет, подожди. Нифига не получается. Да прыгай-то, ну. Да, не получается. Здесь, получается, мне делать нечего-то. Правильно, мы чудовище-то убили. Убили. Тогда как тогда мне к нему вернуться-то, к этому пацану? Я не могу использовать эту вещь. Не могу разбить кристалл. Я вроде бью, а... Не помогает никак абсолютно. Ладно, тогда, получается, возвращаемся обратно в комнату Мэлори. Надо тогда просто выйти, получается, из нашего приюта.
О, привет. Гусвиль. Наш старый приют. Классное место, да? Вот бы сделать его еще лучше. Слушай, если во время путешествия тебе попадутся какие-нибудь сокровища, это было бы просто замечательно. Какие сокровища? Задание обновлено. Дом, милый дом, найдите деньги на нужды приюта. Деньги искать. Так, какой-то нарисован зонтик, дождь. Так, ладно, а что с этой стороны тогда? Какие-то непонятные куры. Использовать. Можно вниз спуститься. А, это прыжок. Не, подожди, тут надо этот... Использовать, конечно, кислоту, но надо, чтобы они ушли. Опа, понятно. Надо далеко, чтобы подползла тварь эта. Да, где-то примерно все-таки туда. Вот, отлично. И чего? А, это ломается, хорошо. Хотя бы это ломается. Чё-то куда-то попал. Чё-то куда-то попал. Угу. Так, ну давай для начала здесь пройдемся. Слушай, с одного раза сдыхает. Меня это радует. Меня реально это радует. Так, это замечательно. Слушай, есть, получается, путь вниз. А чё это ты глаз туда выронил свой? Нет. Опа! Сколько тут много глазиков-то. ...267. Но для прокачки мне все равно не хватает. Представляешь? Не хватает и все. 800 прокачка стоит. 800. В смысле? Ты заблокировал, что ли, удар? Вот ты пес. Он заблокировал кислотный удар, представляешь? Сдохни. Сдохни, зараза. Но, блин, ты издеваешься. Не, я подожду ее. Это все-таки дополнительный глазик, а глазики нужны. Давай, давай, поближе там. Ну, где там застряла? Назад пошла, хорошо. Ну, давай быстрей. Ой. Есть, хорошо. Он просто, когда начинает бить, он застревает на месте. Отлично. Ха, куда ты там? Чё ты там пытаешься сделать? Хотя он, кстати, может быть и выжил. Ё-моё. А если я пойду отсюда? Во. Отлично. Все, сдохли. Я тебе сейчас заблокирую. Смотри, какой я вредный, а. Блокируют мои удары. Где глазик? Так, можно пойти, получается, сюда. Ага, это выход. Тогда подожди. Там что-то есть еще. Там есть глазики. ...335. Маловато, конечно. Надо побольше. Так, это все фигня, мелочь. Тоже мелочь. Эх, не получилось.
Я хотел их сразу тут бортануть. Так, минус крыса. Так, вниз, наверное, идти опасно. Ё-моё. Хотя нет, тут получается безопасно. Отлично. Я тебе сейчас заблокирую удар. Ты что, оборзел, что ли? Минус две крысы сразу. Ах ты, тварь. Так, лечись давай. Опа, стопешечки. Ну, стопешечки, ну. О. Так, тут вроде как все пособирал я. А, крыса. Минус две крысы. Хотя бы крысы не блокируют удар мой, а? Хорошо же. Так, все, пойдем. Вроде как я, в принципе, там все пособирал. Так, проход. Это портал, кстати, опять. Нет, это сохранение. Подожди, тогда у нас есть два пути, да? Вниз сюда, наверх туда. Давай хотя бы посмотрим. Нет, давай лучше наверх. Пока наверх. Пока наверх. Так, это, я полагаю, безопасное место, правильно? Это магазин? Какой-то грустный. Грустный какой-то. Чё ты? Не знаю, можно было его убивать, кстати? Ух ты, крыса, зараза. Непонятно, убивать их или не убивать. Но за них какие-то глазики дают. Может быть, они тоже какие-то монстры. Просто не опасные. О! Это, получается, люди. Ау! Ах ты, пес! Дед с палкой, это самое опасное, что здесь может быть. Офигеть, лечись давай. Дед с палкой, это просто жесть. Но это, получается, какие-то люди, которые уже не люди. Так, можно попасть туда. Так, где наша там карта? Вот, получается, был спуск, да? А что отмечается? А, точка сохранения и телепорт отмечается. Все понятно. Все понятно. Так, ладненько. Так, ну тут я не смогу перейти. Тут надо как-то закрыть эти воды. А как их закрыть? Ну давай. Угу. Хорошо. Так, алкаш. Ты же алкаш? Я тебя сейчас побью, бутылка. Ты смотри какой. Местный алкоголик. Лёлик алкоголик. Так, что-то как-то куча вариантов, куда можно пойти. Начинаешь уже путаться, если честно. В смысле? Давай. Да ты что, издеваешься, что ли, ну? Во. А, тут, в принципе, ничего и нету, блин. Ну и ладно. Так, можно попасть наверх. Так, опять-таки, здесь, получается, есть проход. Там есть проход. Мне надо как-то понять, как перекрыть воду, потому что там очень много глазиков. Очень много глазиков. Ага.
Очередной проход. Так, ну, я, скорее всего, этого не смогу сбить. Да. Ну и ладно. Кстати, подожди, лечись. Отлично. А чё это ты не сдох? Как так посмело, тварь? Ах ты, зараза. Давай уже. Так, ну тут какой-то нужен прыжок. Тут нужна какая-то способность. Потому что по-другому никак. Я так прыгать далеко не умею. Воу-воу-воу-воу-воу, твари! Твари! Офигеть, какие они опасные. Главное, когда они начинают тебя уже жрать, то все, кислота и их не остановит нифига. Это обидно, если честно. Офигеть. Ой, все сдох. Все сдох, конец игры. Ладно, давай тогда на сегодня закончим. Вот такая вот игра. Опять-таки, повторюсь, кого игра заинтересует, то ссылочка на игру в Steam будет в описании под видео. Ну, на сегодня все, ребята, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.